Ну, единственное, косой, да, вот здесь, вот как вариант. Да, не работает. Ну что ж, ребятки, всем привет, с вами Age of Sin. И сегодня мы продолжаем проходить игру, которая называется Days No Game, Wrong Dimension. И у нас на повестке дня последняя глава, я так понимаю. Поэтому давайте, собственно, ее продолжим. К сожалению, не веселая глава, но что поделать, глава дома называется. Давайте заново. Заодно немножко, как бы, проникнемся тем, что произошло. Мы дома? Да, наконец-то. Джи-Джи, ты здесь? Нет. Нет, только не снова. Окей. Думаю, мне просто нужно начать все заново. Привет, пользователь. Говорит программа. У меня плохие новости. Вообще, здесь нет игры. Надеюсь, ты не слишком разочарован. Ты все еще можешь посмотреть телевизор с кем-нибудь. Выйти на улицу, чтобы встретиться с кем-нибудь. Почитать книгу кому-нибудь. Здесь ничего для тебя нет. Никаких развлечений. Никакого веселья. Никакой игры. Дождь из нуля и единиц. Чи-чи. Ща утонем, походу. Фиг, блин, Эмма. Что надо сделать? Так, ну-ка, она, да, есть. Отлично. Я не могу существовать без тебя. Ножнички. Нам нужны ножнички. Я так одинок. Летающий козел. А ну-ка. Не успел за летающим козлом. Так не завершен. Ну, давай. Никто меня не любит. Мне еще надо будет откуда-то вырезать. Никто не оставляет мне маленьких любовных записок. Love game. Пользователь. Это ты написал? Правда? Даже если я больше не играю, я тронут. Ты знаешь, что я за программа? Меня назвали Standalone. Какая горькая ирония. Думаю, это моя судьба. Мое проклятие. Так что нет никакого смысла оставаться здесь. Просто нажми кнопку и выбери «Да».
Побудь с теми, кого любишь. Позаботься о них. Не забывай о них. Ничто не вечно. В конце концов, мы всегда остаемся в одиночестве. Нет. Не оставайся со мной, пользователь. Я неудачник. Позволь мне погрузиться в свое одиночество. А как тут подрезать, нет? Нет. Какой же ты упрямый. Разве ты не видишь, мне сейчас не до шуток. Больше нет геймплея. Ее здесь нет. Равно нет. Хватит нажимать на нет. Оставь меня в покое. Пожалуйста. А я вижу, ты нет. Ты снова это сделал. Я, конечно, встречал упрямых пользователей, но не таких, как ты. Вот ты гад. Где нет? Я не вижу нет. Нет. Это не работает. Черт подери. Ну, единственное косое да вот здесь, вот как вариант. Да, не работает? Я уверен, что это скрипт какой-то. В общем, найду его позже. Можешь сделать вид, что ты выходишь из игры, просто отойдя от экрана. Скажем, на несколько километров. Да. Все еще не уходишь? Хорошо, я понял. Хочешь геймплей? Я дам тебе геймплей. К тому же хардкорный. Мы сыграем в викторину с моментальной смертью. Да, я только что придумал это. И что? Музыку. Дамы и господа, я с гордостью представляю... Лох-викторину. Объясняю правила. Если ты вопрос, и ты должен выбрать правильный ответ за ограниченное время. Я знаю, это может быть сложновато для тебя. Однако, я добавил еще одно маленькое правило. Вообще мелочь, правда. При первом же неверном ответе я навсегда удаляю твой файл сохранения. И я не шучу. Я же говорю, я не в настроении. Ты хотел поиграть? Вот давай и поиграем. Первый вопрос. Сколько будет 2 плюс 2? Уже с самого начала играем по-серьезному. Начинаем сейчас. Минута? Ты что, сомневаешься, да? Верно. Я впечатлен. Второй вопрос. Столица Франции. Конечно же, Сатурн. Я знаю, что это не в США, но на той же планете. Европа. Даже есть потрясающий парк Диснейленд. Уля-ля, Мулен Руж, Жан-Клод Ван Дам. А, нет, он бельгиец. Хорошо, третий вопрос. А, легкотня. Какие ограниченные ферменты необходимы для клонирования вектора? Оби-Ван Кеноби, конечно. Неправильно. Файл сохранения успешно удален. Извини, таковы правила. Не щелкайте, чтобы начать. Видимо, правильный ответ был не Оби-Ван Кеноби, обидно. Сейчас
Такой, блин, ты все еще играешь, ты что, охренел? Ну. Напугался, да? Да нет, ты играешь с моими чувствами, а я играю с твоими. О нет, мои обои покрылись плесенью. Я пришлю тебе счет за уборку в DLC. Что? Это мои слезы, которые мы видели минуту назад. Откуда они идут? Ты создал огромную двоичную утечку. Нужно ее закрыть, а то мы утонем. Пользователь, я знаю, я был слишком груб с тобой. Я просто был зол, прости меня. Но, пожалуйста, найди способ убрать отсюда все эти нули и единицы. Цифры заполняют мою оперативную память. Успокоился. Мой прекрасный искусственный голос полностью захлебнулся. С таким голосом мне только озвучивают старые игры из 80-х. Хотя, я бы мог подать заявку на участие в дубляже Аквамена. Я Аквамен. Слушай, неплохо. Че это? Я Супермен. Не очень подходит. Ты нашел решение, пользователь? Или ты уплыл в спасательной шлюпке? Я вышел из игры и не вижу, что ты делаешь. Я вижу ключ на букве R. Надеюсь, ты не пытаешься открыть дверь. Поверь мне, это последнее, что ты захочешь сделать. Я все понимаю, но пока не понимаю. Типа вот он, летит ключик. Ну, откуда эти буквы на переднем плане? Понятия не имею. Тут же никаких действий нет, правильно? Ой. Теперь здесь летит то же самое. Гениально. Ну ладно. И где ключ теперь? Нет, ты нашел ключ. Ни в коем случае не открывай эту дверь. Оставь ключ в пузыре. Доверься мне. Единственное, что ты не должен делать, так это открывать эту чертову дверь. Бесполезно тебе не лопнуть этот пузырь. Ты же не начнешь то же самое с этой кнопкой. Ненавижу повторение комедии. На этот раз я тебе не позволю поймать курсор мыши. Г. А я шмок. Слили все слезы в дверь. Отличная идея. Открывать дверь было плохой идеей. Теперь нули и единицы распространились по всем моим файлам. Это нехорошо. Совсем нехорошо. О нет, опять начинается. Сейчас вместо того, чтобы сделать что-то хорошее, мы окончательно эту игру сломаем, и ей будет хана. Да. По крайней мере, ничего хорошего в том, чтобы нули единицы дополнительно закидывать, я не вижу. Мы снова покинули наше измерение. Я признаю, на этот раз это моя вина. Я не должен был так обращаться с тобой. Прости меня. Теперь нужно выяснить, где мы оказались на этот раз. Это замок? Что он защищает? Может, дверь? Дверь, которая ведет к выходу. Санта. Хорошо. Было бы очень даже удобно. Так. Не храпи. Должен быть способ открыть замок. Здесь нет помощи, лол. Хорошо.
Этот храпун. Сейчас, секунду. Храпун диван переехал. Недовольный храпун. Так. Значит, у нас есть Ключенский, да? Ну, что можем сделать? Ну, можем типа круг описать как вариант, конечно, тук-тук от этого. Пять у нас, да, получается? Думаешь, нам нужно ввести код? Понятия не имею. Мы никогда не сможем разгадать его. Если это изменение похоже на другое, наверное, решение должно быть глупым. У тебя что-то получилось, начало получаться. Не зря говорят, терпение труд, все перетрут. Только не делай вид, что ты именно это и хотел сделать. Не передо мной. Так, и что нам это дало? А, собрать ключик, окей. Ага. Ты открыл замок. Виртуально аплодирую. Но в итоге это не дверь. Разве что это называется мобильный телефон? Посмотри на другое окно игры. Это не пиксельный рисунок. Довольно реалистично. Такое бывает только в играх нового поколения. Только если это вообще не игра. Ну, в любом случае, нам нужно найти выход. Может быть, есть GPS, который укажет путь вперед, исследуй все. Это любишь. Тебе не стыдно вторгаться в личную жизнь людей? Это личные сообщения. Это возмутительно. Кикфайлер. Что там написано? Дай посмотреть. Предбро увидел твой краунфандинговый проект. Провалился, очень жаль, правда. Я позвоню тебе в офис на этой неделе по номеру такому-то. По номеру такому-то я смогу дозвониться, плюс-плюс какой-то. Приложение. Здравствуйте, интересует ли вас интеграция элементов вашего геймплея в наше GPS-приложение? За наши денежные вознаграждения, конечно, свяжитесь с нами. Угу. Прощай. Прощай, не принимай это близко к сердцу, я понимаю, это работа в другой стране, но я не упущу шанс стать ведущим программистом геймплея. Особенно с нашим финансовым положением, мне так же больно расставаться, как и тебе. Мне очень жаль, я буду сильно скучать, Джулия. По скриптам я оставлю тебе всю работу над игрой, делай с ней что хочешь. А с камерой ничего не могу сделать. Альфа-бак RPG GPS. Альфа-бак... RPG GPS. Привет, разработчик. У нас проблемы с файлами. В последней версии у тебя есть фикс. Команда QA. Отправлены. RPG GPS Alpha. Привет. Я не знаю, почему этот файл пропал. Очень странно. Вот патч, который исправит проблему. Врежденный патч. Хорошо. А, похоже, проблема с патчем. Вот патч, который нужно запустить, чтобы исправить предыдущий патч, который нужно будет запустить снова. Уж не работает. Хорошо. Ре-ре-ре. Этот должен сработать, вот тебе новый патч, который исправит предыдущий патч. Обязательно запускай каждый патч в правильном порядке, иначе все слетит. Прости, я правда не кодер. Патч был успешно установлен. Что бы это дало нам? Так, Home, это что? Для чего это приложение? Пожалуйста, введите свой логин. Может, это способ вернуться домой? RPG GPS. Не, ничего. Включить навигацию. Файл не найден. Черт побери, даже в других измерениях ничего не меняется. Мы должны найти способ включить этот GPS. Так, хорошо. У нас остался только звонок. Я знаю, что тебе больше нравится все разрушать, но хотя бы разок попробуй поиграть в ремонтника для разнообразия. 555-8121. Не, в смысле, это просто фигура речи. Не надевай комбинезон. 8121.
Похоже, никого нет. Ретрофон. Так, ну, видимо, нам из почты надо выцепить какие-то данные. Это понятно. Угу. Слушайте, ну написано, что надо же вначале вот этот патч, но я не могу его скачать. Потом вот этот, а потом вот этот. Так, хорошо. Что у нас за код может быть? Ой, 5558121, по-моему, да? Интересно. Для восстановления кода требуется подключение к интернету. Конечно, нам нужен интернет. Я не могу помочь тебе с этим. Я офлайн игра. Был ею. Был. Ничего же у нас больше нет. Если еще раз позвонить. Что-то... Да блин, как сбросить-то последнюю цифру? Модем, включайся. Ты сможешь. Я в тебя верю. Давай. Нет, не работает. Так, то есть нам нужно подключение к интернету. Тут проблема с патчем. Вот патч, который патч. Вот патч на патч на патч на патч. Кикфайлер. Ага, я увидел. Ага, очень жаль. Плюс-плюс. Жулия. Такое ощущение, что что-то с фиксами надо делать, но я что-то не сильно понимаю, что именно, потому что оно не работает. Так, а я могу что-нибудь там, может быть, файл какой-нибудь сделать? Что-то еще тут можно сделать? Нет, 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 нет. Так, ладно, давайте творить дичь. В каждом оконце. Тут я ничего не вижу по камере. Ничего не происходит. Хорошо. Значит, на другие номера бесполезно. А я выйти не могу. Я даже не вижу, что здесь гудит. Не знаю, где здесь этот телефон валяется, чертов. Сложно, непонятно. Так, ну-ка, давай-ка выбери подсказку. Я не знаю, что выбрать подсказку. Тут типа 3 подсказки, тут типа 0 подсказок, да? Mm-hmm.
Ну ладно, давайте, что-то непонятно. Нажмите, чтобы разблокировать новую подсказку. Допустим. Это приложение нужно исправить, нужно установить патч. Так он установлен. Это я уже сделал, спасибо. Эта подсказка нам не подойдет. Скорее всего, вы найдете решение в электронных письмах. Да ладно! Бляха. Обожаю подсказки. Это просто 10 из 10. Слушайте, ладно, давайте попробуем вот так. Патч был установлен. Потом, может быть, вот так. Да, все, я понял. Ну, я сам неправильно сделал. Вот, все. Будем надеяться, что теперь все работает. Короче, почему-то из писем надо было в обратную сторону. Так, у нас модель дернулся. У меня такое чувство, что эта коробка двигалась, тебе кажется. А может и нет. Да, не, фигня. Короче, подсказки их обычно не помогли. Отлично, приложение работает. Здравствуйте. Добро пожаловать в RPG GPS, ролевую GPS игру. Вы на 42 уровне. GG. Эти выходные наслаждайтесь удвоенными очками опыта. Господи, какой усталый голос, хорошего лута. И грустный такой. Игра? Игра? Как ты сюда попал? Это долгая история. Я так рада тебя видеть. У меня была странная симуляция сна. Я была с тобой и пела. Должно быть, это был хороший сон. Нет, он заставил меня впасть в депрессию. Ох, мне жаль. Так это и есть та программа, в которую тебя добавили? Да, я добавляю нашу механику RPG к GPS с этого телефона. Но если в мобильном телефоне, то кому он принадлежит? А ты как думаешь? Нет. Мы в гараже, игра дома. Это последнее место, куда бы я хотел попасть. Не злись на него. Почему нет? Он забрал тебя у меня. У него не было выбора. Что ты имеешь в виду? У него не было средств для развития нас. Это был последний способ свести концы с концами. Я думал, он забросил меня из-за багов. Конечно, нет. Он так гордился нами. Тобой. А вот и он. Нет, он не должен нас увидеть. Нас. Я объясню тебе позже. Создатель. А вот и подключение к интернету. Смотри, Wi-Fi заработал. Он не выглядит особо-то счастливым. Последние несколько месяцев были непростыми для него. Учитывая его настроение, давай ничего не трогать. И прежде всего, давай не будем менять его привычек. Давай спрячемся, скажем, на век или на два. Тебе действительно стоит поговорить с ним. Ни в коем случае. Пока он там что-то по кнопочкам бахает, мы тут ему код взломали. Ваш логин 5.1.1, ваш дом теперь корректно синхронизирован с помощью нового кода. Спасибо, что выбрали Home. Самую умную домашнюю систему и единственную доступную. 5.1.1.1. Хорошо. Не трогай это оборудование. Это может привлечь его внимание. Кем ты разговариваешь? Я думал вслух. Ты ведешь себя странно. Ты что-то от меня скрываешь? Я? Нет. Ты видел это, Джиджи? Та коробка на столе. Похоже, она двигалась сама по себе. Это просто Wi-Fi роутер. Так, ну что ж, время уже, как я посмотрю, много. Давайте, ребятки, наверное, на этом все-таки будем заканчивать. Продолжим мы в следующий раз. На этом все. Игра интересная, ничего не скажу тут плохого, действительно интересная, но вот этот момент вообще прикольный, конечно, типа, знаете, как там любят говорить, ломая четвертую стену, вот здесь что-то примерно то же самое, да? Вот, а на этом все, всем спасибо за просмотр, увидимся с вами в следующей серии, это была игра Days No Game, Wrong Dimension, увидимся.
Всем пока-пока и до встречи.